Индивидуальные предприниматели с наемными работниками, ведущие бизнес по вмененной или патентной системе налогообложения, должны обзавестись онлайн-кассами. Срок до 1 июля. В Ярославской области, как и в целом по стране, завершается второй этап перехода на применение контрольно-кассовой техники. Некоторые уже побеспокоились и установили необходимое оборудование. По законодательству, как индивидуальному предпринимателю, мне пришлось поставить онлайн-кассы. Теперь я могу контролировать свой бизнес. Из любой точки, с любого гаджета я могу посмотреть сумму покупки, выручку. Индивидуальные предприниматели, установившие онлайн-кассы, имеют право на налоговый вычет. Можно вернуть 18 тысяч рублей с каждой кассы. И кто зарегистрировал технику с 1 февраля 2017 года, предприниматели, подобные Елене, с 1 июля, февраля 2017 года, имеют право и в этом году до 1 июля 2018 года, если они закончили второй этап, значит, они имеют право на получение вычета. После 1 июля налоговики пойдут с проверками. За неисполнение законодательства штрафы минимум 10 тысяч рублей для ИП, для юрлиц 30 тысяч.